Что ожидает Дев в ноябре месяца 2018 года? Что ожидает наших Дев в следующем месяце? Девятка мечей, семерка кубков, значим в незначимом. Колесница, и на душе у них сила, карта сила. Девам ноябрь несет не очень приятные ситуации. Дело в том, что, в принципе, она не настолько страшная, эта ситуация, девятка мечей, как девы себе нарисовали. То есть они уже думают, что что-то там у них произошло, и они уже считают, что все уже это капец, уже безвыходное положение, и лапки сложили, и сдаются. И отсюда и вся, весь месяц девы будут пребывать в депрессии, в семерке кубков, не будет у них желания никаких действий, никуда они не захотят ходить, ездить. Все это они в себе будут держать, хотя, в принципе, силы у них есть. У вас есть, девы, у вас есть силы бороться, и очень много силы. Это хорошая, сильная карта. Вы надеетесь, и это хорошо, и это у вас, в принципе, вас должно подбодрить, потому что ситуация действительно вокруг вас плачевная, кошмарная. Вы уже прям, ну все, сдались, но не стоит впадать в панику, не стоит депрессировать, а стоит бороться. У вас есть силы, я вижу, что они есть, так что, мои дорогие девы, тяжелый у вас месяц ноябрь, но не совсем критический, то есть никто от этого не умрет. Вот, так что взбодритесь и попробуйте как-то себя выводить из депрессионного состояния. Удачи вам, дорогие девы!